Привет, мои дорогие! Посмотрите, какую красоту подарил мне муж на 8 марта. Вы знаете, я в таком восторге. Когда я увидела этот букет, я его получила очень поздно вечером, когда я уже отчаялась. Я подумала, что муж мне не подарит цветов. И тут поздно вечером я уже почти легла спать, выпила шампанского. У него был спектакль, он приехал 11:30. И привез этот букет, и я была в таком шоке, что я не могла даже его в вазу поставить. Я любовалась им долгое время, полчаса. Одним словом, мужчины, дарите дамам на 8 марта цветы. Дамы это очень любят. И мы будем вам очень благодарны. От этого будет лучше и нам, и вам. Так что любите своих дам и дарите им такую красоту.